меня привели? Это все равно, сын мой. Ну? Повторяй при собрании этих честных братьев свой донос. Ты не мой? Я господин архиепископ, неясно расслышал тогда. Я лучше ничего не буду говорить. Похоже, сын мой, ты мне сегодня утром наклеветал на господина де Мольера. Отвечай, грациозная дрянь, архиепископу. С прискорбием вижу, сын мой, что ты наклеветал. Врать вредно, дорогой актер. Придется тебе сесть в тюрьму, красавчик, где ты долго будешь кормить клопов, а делу мы все равно ход дадим. Да я не клеветал! Не тяни из меня жилы, рассказывай! Господин архиепископ! Эй! А у тебя красивые башмаки, но бывают еще красивее. Принеси сюда испанский сапожок. Не надо! Не надо, не надо! Я расскажу! Расскажу, я несколько лет назад я сидел в клавесине у шарлатана, а и что тебя туда занесло? Так я играл на внутренней клавиатуре, это фокус такой, фокус, ну, как самый играющий клавесин. Ну, и я услышал, как голос сказал, да, господин архиепископ, ай! Я пьян был сегодня утром, я не помню, что я говорил. Последний вам, не помню. Раз я прошу не... тебя, не останавливайся. Ну, я услышал, как голос сказал, что господин Мольер женился не на сестре Мадлены Бежара, а на ее дочери, вот и все. То есть ты хочешь сказать, что Мольер женился на своей собственной дочери? Святой отец, я этого не говорю. Но я это говорю. Ты ведь знаешь, что Мольер 20 лет жил с госпожой Мадленой Бежар. Ну и что? Чей это был голос? Ну! Да я не знаю! Чей? Ну не знаю! Он пригрезился! Чей пригрезился тебе? Актер Лагранжа. Ну, довольно. Спасибо тебе, друг. Ты честно исполнил свой долг. Не терзайся. Всякий верный подданный короля и сын церкви за честь должен считать донести о преступлении, которое ему известно. А он ничего себе малый. Первоначально он мне не понравился, а теперь я вижу, что он добрый католик. Ты, друг, проведешь день или два в помещении, где к тебе будут хорошо относиться и кормить. А потом... Ты поедешь со мной к королю. Кровосмеситель стал кумом королю. Именно, дорогие братья. И не желать смерти мы ему должны, ибо мы христиане. А постараться исправить грешника, открыв глаза королю на него. И обществу надлежит показать, кто таков Мольер, дабы оно отвернулось от него. Грешник грешит долго и думает, что Бог забыл его. Но
Но Господь помнит о всех. Так вот, братья, сейчас здесь будет посторонний. И разговаривать с ним я попрошу брата верность. Потому что мой голос он знает. Очаровательница! Когда же вы наконец разрешите мне снять эту повязку? Вы бы могли положиться и на мое слово. Еще одна ступенька, Маркиз. Еще одна ступенька. В вашей комнате пахнет сыростью. Еще одну минуту, Маркиз. Одну минуту. Одну минуту. Снимайте. Огонь! Я вижу некоторых шпаги. В большой компании меня можно убить, но предупреждаю, что трех из вас вынесут из этой ямы ногами вперед. Я помолюсь. Не с места. Не с места. Где дрянь, заманившая меня в эту ловушку? Я здесь, Маркиз, но я вовсе не дрянь. Фу, Маркиз. Даме. Мы просим вас успокоиться. Никто не хочет нападать на вас. Маркиз, спрячьте ваш пистолет. Он смотрит, как дырявый глаз, и портит беседу. Где я нахожусь? В подвале церкви. Я требую выпустить меня отсюда. Дверь в любую минуту откроют для вас. В таком случае, зачем же заманили меня сюда? Прежде всего, это не заговор на жизнь короля. Бог вас простит, Маркиз. Здесь пламенные обожатели короля. Вы находитесь на тайном заседании кабалы Священного Писания. Ба! Кабала! Я не верю, что она существует. Она существует, Маркиз. Для счастья и пользы всех верных сынов короля и церкви. В таком случае, зачем же я понадобился ей? Мы скорбим о вас, Маркиз. Мы скорбим. Я не люблю, когда скорбят. Изложите дело. Мы хотели вас предупредить, Маркиз, что над вами смеются при дворе. Это ошибка. Ну, меня зовут Помолись. Кому же во Франции неизвестно ваше несравненное искусство? Поэтому и шепчет за вашей спиной. Фамилию! Фамилию! Чему этот шум, Маркиз? Шепчет весь двор. Но говорите. Говорите вы скорее, не то я потеряю терпение. Вы извольте знать гнуснейшую пьесу некоего Жана Батиста Мольера под названием «Тартюф». Я в театр Пале-Рояль не хожу, но слышал о ней. В этой пьесе комедиан-безбожник насмеялся над религией и ее служителем. Какой негодник! Но ни одну религию оскорбил Мольер. Ненавидя высшее общество, он и над ним надругался. Пьесу «Дон Жуан», может быть, изволите знать? Тоже слышал, но какое отношение к Д'Арсеньи имеет балаган в Пале-Рояле? У нас совершенно точные сведения о том, что барзописец вас, Маркиз, вывел в качестве своего героя. Дон Жуан. Но? Ну, кто такой Дон Жуан? Безбожник. Негодяй. Убийца. И простите, Маркиз, растлитель. Так.
Мольер, значит? Может быть, вам угодно ознакомиться с материалом? Нет, благодарю, неинтересно. Теперь вы понимаете, маркиз, какими побуждениями мы руководствовались, пригласив вас столь странным способом на тайное заседание. Здесь, маркиз, лица вашего круга, и вы сами понимаете, как нам неприятно. Вполне благодарю. Уважаемый маркиз, мы полагаемся на то, что сказанное сегодня останется между нами. Равно как никому не будет известно, что мы потревожили вас. Не беспокойтесь, сударь. Где дама, которая привела меня сюда? Я здесь. Примите мои извинения, сударыня. Бог вас простит, маркиз. Прощаю и я. Пожалуйте со мной. Я отвезу вас к тому месту, где мы встретились. Вы позволите вам опять завязать лицо, потому что почтенное общество не хочет, чтобы кто-нибудь знал дорогу к месту заседания. Но если это уж так необходимо. Заседание Кабалы Священного Писания объявляю закрытым. Помолимся, братья. Подойдите ко мне, дочь моя. Вы Мадлен Абежар. Узнал я, что вы одна из самых набожных дочерей собора, и сердцу моему вы милы. Я решил сам исповедовать вас. Какая честь мне, грешница. Вы больны, бедная? Больна, мой архиепископ. Что же, хочешь оставить мир? Хочу оставить мир. Чем больна? Врачи сказали, что сгнила моя кровь. И вижу дьявола, и боюсь его. Бедная женщина, чем спасаешься от дьявола? Молюсь. Господь за это вознесет тебя и полюбит. А он не забудет меня? Нет. Чем грешна, говори. Всю жизнь грешила, мой отец. Была великой блудницей, лгала, много лет была актрисой и всех прельщала.
какой-нибудь особенно тяжкий грех за собой помнишь? Не помню, архиепископ. Безумные люди. Бьешь ты с раскаленным гвоздем в сердце. И там уже никто не вынет его. Никогда. Ты значение слова «никогда» понимаешь ли? Поняла. Боюсь. И увидишь ты костры. А меж ними... Ходит. Ходит часовой. И шепчет. Зачем же ты не оставила свой грех на земле, а принесла его с собой? А я заломлю руки, Богу закричу. Это тогда уже не услышит Господь. И обвиснешь ты на цепях, и ноги погрузишь в костер, и так всегда! Ты значение слова «всегда» понимаешь? Боюсь понять. Если я пойму, я сейчас же умру. А если оставить грех здесь? Будешь слушать вечную службу. Где вы, святой отец? Я здесь. Хочу слушать вечную службу. Давно-давно. Я жила с двумя, с Мольером и с другим человеком. И прижила дочь Арманду, и всю жизнь терзалась, не зная, чья она. Я родила ее в провинции, уехав на время от Мольера. Когда же она выросла, я привезла ее в Париж и выдала за свою сестру. Он же, обуреваемый страстью, сошелся с ней. И я уже ничего не сказала, чтобы не сделать несчастным его. Из-за меня он совершил смертный грех. Живет, быть может, со своей дочерью, а меня поверг в ад. Хочу лететь в вечную службу. Я архиепископ. Властью мне данную тебя развязываю и отпускаю. Могу лететь. Лети, лети. Прощена! Ваша дочь здесь. Позовите ее. Я прощу ей невольный грех. Арманда! 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 Пойди! Пойди, архиепископ! И тебя благословит. Я счастлива. Я счастлива. Пойдемте, Арманда. Пойдемте, я обязательно вернусь за ней. Пойдемте. Ты знаешь, кто сейчас был у меня? Нет. Нет, она сестра, моя сестра! Она твоя мать. Ты дочь Мольера и Мадлены. Тебя я прощаю, но сегодня же беги от него! Беги! Нет!
Ваше Величество, она мне все это подтвердила. Тогда я даже не счел нужным допрашивать актера Лагранжа. Чтобы не раздувать это гнусное дело и следствие, я прекратил. Ваше Величество, Мольер запятнал себя преступлением. Впрочем, как будет угодно судить Вашему Величеству. Благодарю вас, мой архиепископ. Вы поступили правильно. Я считаю дело выясненным. Пригласите ко мне директора театра Пале-Рояль господина де Мольера. И снимите караул из этих комнат, я буду говорить наедине. Архиепископ, пришлите ко мне этого Муарона. Сейчас, Ваше Величество. Великий монарх, а видно, королевство-то без доносов существовать не может. Помалкивай, шут, чини башмак. А ты не любишь доносчиков? Да ну чего же в них любить-то? Такая сволочь, Ваше Величество. Захария Муарон? Так, Ваше Величество. Это вы в клавесине сидели? Я, сир. Господин де Мольер вас усыновил? Я вам задал вопрос. Да. Актерскому искусству он вас учил? Я вам задал вопрос. Он. Каким побуждением руководствовались, когда писали донос на имя короля? Здесь написано, желая помочь правосудию. Так желая. Верно ли, что он ударил вас по лицу? Верно. За что? Его жена изменяла ему со мной. Так, ну это не обязательно сообщать на допросе. Можно сказать так, по интимным причинам. По интимным причинам. Сколько вам лет? 23 года. Объявляю вам благоприятное известие. Донос ваш подтвержден следствием. Какое вознаграждение хотите получить от короля? Денег хотите? Ваше Величество, позвольте мне поступить в Королевский Бургундский театр. Нет, а вас сведения, что вы слабый артист, нельзя. Я слабый? А в театр Дюмаре? Тоже нет. А что же делать мне? Зачем вам эта сомнительная профессия актера? Вы ничем не запятнанный человек. Если желаете, вас примут на королевскую службу, в сыскную полицию. Подайте на имя короля заявление, оно будет удовлетворено. Можете идти. На осину! На осину! Шут! Господина де Мольера. Почему и с каким спутником явились вы в то время, как вас пригласили одного? Ваше Величество, это верный мой ученик, актер Лагранж, проводил. Видите ли, со мной случился сердечный приступ, и я дойти один не мог. Надеюсь, я ничем не прогневал, Ваше Величество. Извольте видеть,
Извините за небрежность туалета. Случилось несчастье. Мадлена Бежар скончалась. А Армандо, жена моя, бежала, бросила все. Оставила вот какую-то безумную записку. Святой архиепископ прав. Вы не только грязный хулитель религии в своих произведениях, но вы еще и безбожник. Объявляю вам решение по делу о вашей женитьбе. Запрещаю вам появляться при дворе. Запрещаю играть Тартюфа. Только с тем, чтобы ваша труппа не умерла с голоду, разрешаю играть в пале-рояле ваши смешные комедии. Но ничего более. Ваше Величество, дайте яду. Дайте яду. Ведь это же бедствие, хуже плахи. За что? За ложь королю. За то, что осмелились просить крестить ребенка от вас и от вашей собственной дочери. За тень скандальной свадьбы, брошенной на королевское имя. Простите, я не могу подняться. Разрешаю вам переждать приступ. После этого уходите. Прием закончен. Что? Что? Карету мне отвези. Да. Позови. Да что же это? Посоветоваться бы с Мадлен. Наврал ему, что ли? А? О, в Бога не веришь, да? Эх, как тебя скрутило-то. Вот. На, яблочко. Я благодарю. Благодарю. Отец, довольны? Это за Тартюфа. Религии я не касался. Как-то великий король говорит мне, описали бы как-нибудь стерву монаха. Вот я вас и описал, потому что где же найти лучшую стерву, чем вы? А я оскорблю вас, потому что тот, кто по этой дороге пойдет, уж, наверное, будет на виселице, сын мой. Не называйте меня вашим сыном! Я не чертов сын! Что же ты лаешься? Впрочем, до виселицы вы не дойдете. Сударь, вы толкнули меня и не извинились. Вы невежа? Да, извините. Нет, вы лгун! Что? Я вызываю вас! Мэтр, 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 сию минуту уходите! Маркиз, господин де Мольер, нездоров! Он здоров! Моя фамилия Дарсини! Я вызываю вас! Милостивый государь! Прохвост! Прямое убийство! Королевская приемная! Да берите шпагу! Я не колю! Берите шпагу! Я убью вас! После первого вашего спектакля! Почему вы не кололи? У него не было шпаги в руках! Болван! Что, чертов поп? Пу! 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 Извините, что помешал.
Перестань, Лагран. Ай, клавесин! Клавесин. Ты ни в чем не виноват. Эта судьба пришла в мой дом и похитила все. А уж коли она пожалует, то принимай да принимай. Да, истинная правда. У меня у самого трагическая судьба. Вот торговал я, например, в Лиможе пирожками. Никто этих пирожков не покупает, конечно. Но хотел стать актером, к вам попал. Помолчи, Лутон. Кто там? Иуда! Иуда! Тварь Захария Морро! Ты меня знаешь? Куда бы ты сегодня ночью ни пошел, жди смерти. Утро ты уже не увидишь. С чем пожаловал, сынок? Преступление раскрыто. Что ты еще можешь выудить в моем доме? Или ты думаешь, что я не только кровосмеситель, но и фальшивомонетчик? Отвечай! Отвечай! Смотри, у меня все открыто! Говори, зачем пришел? Уважаемый, предрагоценный мой учитель, вы думаете, что я пришел просить прощения? Нет. Я явился успокоить вас. Нынче же ночью я повешусь у вас под окнами. В силу того, что жизнь моя продолжаться не может. Вот. Вот записка. И вот веревка. Вот, спасибо. Спасибо. Я ухожу в ад. Да, только этого мне и не хватает. Да. Труднейший случай. Один философ сказал: если ты не хочешь, чтобы судьба тащила тебя насильно, подчинись ей добровольно. Марк Аврелий. Так что тебе нужно? Говори. Говори. Я хотел побыть возле вас. А на госпожу... На госпожу Мольер, если бы я остался жив, я не взгляну ни одного раза. На дочь мою. Если она моя дочь, тебе не придется взглянуть, она ушла. Навсегда. У меня необузданный характер. Я сначала сделаю, а потом подумаю. И вот подумав обо всем, что со мной произошло, в наказание за мою прошлую жизнь, я вижу и понимаю, что ты не виноват. Ну, разве только в том, что я тебя плохо учил. Молодость, молодость. Я прощаю тебя. Входи в мой дом. Вы, мэтр, не человек. Не человек. Подожди, надо. Вы тряпка, которая моет полы. Лаграш, ты ничего не понимаешь. Вставай, вставай! Не протирай штаны!
О, где кафтан? В кабаке заложил. Да сколько? В кабаке заложил. Такой кафтан в кабаке закладывать. Бутон, выкупи. Значит, ты бродил, бродил и королю забрел. Да. И сказал мне король: сыщики. Идите, идите в сыщики. Вы плохой актер. Ах, сердце человеческое. Король ошибся. Ты актер первого ранга. А в сыщики ты не годишься. Ой, у тебя характер. Сердце плохое. Об одном жалею, что мне играть с тобой не придется. Спустили на меня одноглазую собаку-мушкетера. Лишил король покровительства. Так что зарежут скоро. Все, зарежут. Бежать надо. Сударь, да пока я жив, ему не удастся вас зарезать. Вы же знаете, как я владею шпагой. О, да, ты превосходно владеешь шпагой, это верно. Но прежде чем ты подойдешь к помолись, закажи себе панихиду в соборе. Сзади заколю. Это по тебе. Заткни рот кружевами. Я буду неотлучно ходить рядом с вами. Ночью и днем, с чем и явился. Как сыщик. Перестать! Регистр, не оскорбляй меня. Зачем же оскорблять того, кто не вправе тебе ответить? Меня не стоит трогать. Все, я человек с пятном. И не кидайся на меня этой ночью, ты убьешь меня. Тебя повесят. А кабала беззащитного мэтра заколет. Знаем, знаю. Имею в виду, мэтра признали безбожником за Тартюфа. Я был в подвале у кабалы, я знаю. Закона для мэтра нет. Значит, жди всего. Там. Да там. Ничего. Лагранж, бери пистолет и фонарь. Идем караулить. Про кого-то вы говорите, мэр? А, про французского короля. Тиран. Молчите, молчите, тиран. Мэр. Про Людовика Великого. Тиран! Ах, Бутон, я вчера думал, умру со страха. Руки покрылись холодным потом. Все пошло как косяком, изображаю только одно, что он меня давит. Это ты и дал, все давит. Повешен он. За что? Тиран, разве я мало лизал ему шпоры? За что? Разве я мало льстил? Мало ползал! А все из-за чего, Бутон? Из-за Тартюфа. Думал найти покровителя. Нашел. Вот. Не унижайся, Бутон. Не унижайся. Вообще, я ненавижу тиранию. Ненавижу государственную власть. Мэтр, вам памятник поставят. Девушка у фонтана, изо рта у нее бьется струя. Ну, вы же выдающийся лестница, что только замолчите, мэтр, чтобы у вас язык отсох. За что же меня-то вы губите? И что я еще должен сделать, чтобы доказать, что я не червь? Я не червь. Я не червь. Я писатель.
Я мыслю. Я, знаете... Это не дочь моя! Нет! Бутон, попроси Мадлену Бедар. Что вы, мэтр? Она... Ах, да. Умерла. Зачем, старуха моя, ты не сказала мне всей правды? Отчего ты не научила меня? Свечи, говорит, зажжем. Вот свечи горят, а ее нет. Я еще кафтан на тебе порвал. Что вы, мэтр? Да. Это было 10 лет назад. Я кликну кого-нибудь. Собирай все, бутон. Сыграю завтра. Последний раз. И побежим. В Англию. Как глупо. Зачем в Англию? На море ветер, волны. За вами дышится. Монашка пришла. Что? Какая монашка? Какая монашка? Вы же сами хотели дать ей стирать театральные костюмы. Ничего я ей не говорил. Нет, пусть приходит завтра к концу спектакля в Пале-Рояль. Пусть! Ну, вы сами велели. О, ничего я не велел! Старая дура. Ничего я не велел. Что еще должен сказать? Что я должен сказать еще? Ах да, кафтан. Кафтан. Нет. О, Боже мой. Подожди, что я? Всемогущий Господи. Должен был. Сделай так, чтобы никто не слышал того, что он говорил. Я должен был сказать. Пожалуйста. Ты, Боже мой. Так что вы говорите, милостивый государь? Что наш король есть самый лучший, самый блестящий король во всем мире? С моей стороны возражений нет? Что ты несешь? Я присоединяюсь к вашему мнению. Бездарность! Молчите, молчите. Да, я кричал, кричу и буду кричать! Да здравствует король! Да здравствует король! Что я хотел сказать? Да здравствует король! Кто кричал? Что случилось? Да ничего не случилось! Почему непременно что-нибудь должно случиться? Я разговаривал с господином Девальером и кричал, да здравствует король! Имеет будто он право хоть что-нибудь кричать? Он и кричит! Да здравствует король! Да здравствует король! Да здравствует король! Быстрее! 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 Прошу тебя, осторожно! Пока я здесь еще хозяин на последнем спектакле. Убили шпагой и ударили в сердце. О, что происходит? Что происходит? В театр ворвались мушкетеры, убили привратника. Боже мой. Я, как секретарь театра, заявляю. Театр полон безбилетными мушкетерами, неизвестными личностями. Я бессилен сдерживать их и запрещаю продолжать спектакль. Да он запрещает! Кто ты такой? Он запрещает! Ты мальчишка по сравнению со мной, а я седой! Я седой! Ох, ни капли! Что я должен сделать? Золотой господин де Молино. Бутон! Пошел вон, я знаю. Столько лет я с вами слышал только эту фразу. Или молчи, бутон. И я привык. Мэтр, вы меня любите, я умоляю вас. Не доигрывайте спектакль, а бегите. Карета готова!
Кто тебе сказал, что я тебя люблю? Меня никто не любит. Меня никто не любит. Все ждут. Меня никто не любит. Вот, вышло постановление архиепископа. На, вот, читай, читай. Не хоронить меня на кладбище. Ха-ха-ха. Да я плевал на их кладбище. О, Господи, как они меня любят. О, Господи. Побойтесь Бога, мэтр! Ну, как играть в таком состоянии? Врача звать надо! Слышите? Ну и что? Народ веселится! В театре одноглазый! Ворон! Скажи, он может меня убить на сцене? Больше нельзя затягивать антракт! Или играть, или... Он хочет играть. Играть! 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 Играть. Молодец, моя старуха. Иди, я тебя поцелую. А разве можно начать играть последний спектакль и не доиграть? Сколько лет мы с тобой на сцене? 12? Ты знаешь... Я никогда не видел тебя одетой. Ты все какая-то... Жан-Батист, король вас простит. Да, простит. Вы меня будете слушать? Буду. Господа, простите меня. Да, что? Господин, простите меня, я иногда был груб. Ну что же, не так. Войдите в мое положение. Сейчас же после вашей последней фразы мы спустим вас в люк, спрячем у меня в уборной до утра, а на рассвете вы покинете Париж. Согласны? Согласен. Последнюю корзину! Вперед! Февраля 1673 года шло четвертое представление «Мнимого больного», сочинение господина де Мольера. В 10 часов вечера господин де Мольер, исполняя роль органа, упал на сцене. И тут же был похищен без покаяния неумолимой смертью. В чем причина? Немилость короля или черная кабала? Причина тому – судьба.
Браво!